Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Скромник, Bubblegum, как всегда, очень много классных подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас будет все наоборот, пацаны будут прятаться за аниматроников, а я буду играть за человека и искать их и мочить. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, пацаны, а вы ищите себе классные нычки. Можно даже вставать невидимым, так будет интереснее. Карта, кстати, довольно-таки большая, а я уже иду. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Вас, ты где? Так, вот ты. Я ж тебя убью, зря ты вот так вот палишься. Я вижу вот. Постараюсь как-то попасть. Слышь? Ну чё? Ты нажал. А сколько жизни отнимает? Я так и не понимаю. 100 хп, 100 хп. По 50, по 100. Ой, что-то оружие, пацаны, это слабо. Я меняю себе на другое. Ой, я знаю, какое я возьму. Какое? Блин. Димас, ты читер. Чё я читер? Это монетка, она еще как-то стреляет через одно место. Ты мне оставил 100 хп. А, ну, значит, надо добивать. Так, бери тоже опять аниматроника, буду сегодня я охотником целую серию. Буду над вами глумиться. Нет. Смотри, это чужой задрал тут лазит. Тебе что, вынести что ли? Опа, опа, бегает. Ай. Прятаться надо. Хорошо. Так, погнали сюда. Ну все, Димас, я бегу. Давай. Ты накажи где? Сам себя. Потому что сейчас я возьму оружие. По звуку знаешь, что это? Да. Это так, мне кажется, вот тут кто-то сидит из пацанов. Откуда ты знаешь, что я тут? Не знаю. Там магия. Тю, блин, я уже хотел стрелять, а это... муляж висит, маринетка на стене. Черт, черт. Так, никого там нету. Пацаны, вы классно прячетесь, мне нравится. Продолжайте в том же духе. Потому что я уже приближаюсь на одного из вас, так. Скромнику Литейшн. Я не знаю, что ты хотел этим доказать, но понты твои были очень дешевые. Я хотел просто пройтись и все. Угу. Не получилось. Не портануло. Угу. Братан, это фиаско. Ой, это жесть. Сам себя дамажнул. Слышу. Слышу одно. Так, подожди, ты что закрываешься? Hello. Это была голова. Ты же меня не заметил, Димас. А потому что у меня фонарик подсвечивает твой тень. Я за стенкой был. А, ну бывает. Классно, когда пацаны от меня прячутся. Я их нахожу. Я не знаю, что это было опять. Но я буду сидеть в офисе. А, у меня нет стены. Двери нету. Слышь, ты что тут челепиздрик бегаешь? Кстати, мне нравится. Вот за этого классно можно ныкаться. Получив голову. Больно. Ну и что? Главное, что бесплатно. Так, пацаны, давайте без фонарика сделаю вам засаду. На, красиво. Просто улитейшн. Спринтрап уже не тот. Скромник уже не тот. Без фонарика, просто вот так вот. Ники ваши вижу, когда навожусь. Так, давайте оружие другое возьму. Мне кажется, это реально читерское оружие. У нас есть оружка еще. Так, подождите. Вот, нет, пулемет тоже будет слабое. Привет, плюс трап. Так, так, так. Слышь, я слышу, кто-то тут ходит и скрипит. Да, слышь, а как я тебя убью, если у тебя жизни столько? Я умираю. Не получается. Так, ну, я, в принципе, стараюсь.
Постой, постой на месте, постой. Я не могу двинуться с места. Ну конечно ты не сможешь двинуться с места, я же тебя буду сейчас наказывать. Дяденька, не бейте. Ой, аж вспыхнул. Ай-яй-яй-яй. Слышь, отвали от меня, чужая морда. Вижу, вижу Хэллоу бегает здесь. С фонариками я вам сразу палю. В следующей серии я буду ныкаться. Посмотрю, как пацаны меня будут искать. Я залезу в такую жопу, стану невидимой, и будете всю серию меня искать. О, пиццерия. Снаф 3 горит. По-настоящему. Конечно, огонь бесконечный, но ладно. Так. Отлично, я делаю себе этот защиту. Вот так вот. Чтоб никто ко мне не прошел здесь. Слышь, мы так не договаривались. Чужое. Чтоб ты такой защиту себе не делал. А, давай, вот так, значит, ты. Музыка такая прикольно заиграла. Так надо себе выдать побольше этой штуковины. Хорошо. Это аниматроники, да, такой звук делают? Да, да, да. Ого, самоскрытность. Да? Я Димаса не вижу, я... Я видел, пока дым засел. Да, вот так вот надо накидать, чтобы вы не смогли выйти через эту дверь. Пацаны, а вы где? Хо-хо-хо-хо! Нормально набросал? Опа. Ай-яй-яй, больно. Больно? Да. Я стараюсь, реально, очень больно сильно. Больно сносит, больно сносит. Вы нарвались на настоящего охотника. Сейчас, сейчас, пацаны. Это нас, не убивай нас. Мы твои друзья. Скромник, я знаю, что если... Ладно, давай, скромник, так, я знаю, что ты хочешь. Можете мочить меня. Только подождите, я оружие возьму себе. Только из-за чужого нельзя, хорошо? Или можно, как хочешь, короче. Короче, я не могу взять аниматроника. Где что произошло? Хорошо. А ты... Все, давайте, пацаны, можете меня мочить, чтобы было интереснее всем. А то ныкаться это такое. Теперь давайте я поныкаюсь от вас. А вы меня поищите. Извини, обстоятельства. Выношу всех, кого вижу. Ой, черт, не то. Ай. Больно было. Ну чё? Мас, ты где прячешься? Скажи, пожалуйста. Я в пиццерии самой внутри. Вижу, вижу, побежал кто-то. Ты в комнате охраны? Дверями скрипит кто-то. Ух ты, аж взорвалась, что ли? Так, пойду я вас поищу. И тебя даже не можем найти. Да. А я в такой... На. Друг друга мочат, пацаны, правильно? А вот, нашел Димаса, где он? Где? Отли... Ах ты, скромник, говно. Так, давай сейчас другую оружку возьму и с тобой выйдем, пвпшимся. Кто кого? Давай, робот против этого. А ты роботом будешь? Да. Хорошо. Нет, ладно, не буду, мне уже страшно стало. Все, давайте, пацаны, я один против вас всех. Да подожди ты, бомж, ну подожди. Так нечестно, ты видишь, что я не сконцентрировался еще? Да что ж такое? Это не я делал. А кто? Отставание на карте? Да. Бомба, яд. Все, давай, погнали. Ты взял аниматроника, который бьет на расстоянии, это нечестно. Ну видишь, вот как? Вот как с тобой играть? Я не знаю. Хорошо. Давай, подожди, дай мне время. Сейчас я возьму специальное оружие. Так, 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 так. Это специальное оружие находится... Пацаны, вот, вот оно.
Блин, я успел походу одну бомбочку кинуть. Успел. Нет, вот ничего не летит. Как это ничего не летит? Нема а, ничего? Пролетело. Ой. Вот ты Димас читер. Чё читер? Вылетит-то рабочий стол или нет? Делаем стоп. Нет, не вылетит. Рассчитает? Не вылетит. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, спойлер по ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!